Здравствуйте, меня зовут Мария Сурова, и это моя новая книга «Кругосветное путешествие юного шеф-повара». Книга будет интересна не только детям, но и взрослым на самом деле, потому что здесь собраны очень интересные и вкусные рецепты со всего мира. Из Европы, Азии, России, Америки. Можно готовить вместе с детьми, но дети могут готовить по этой книге и сами, потому что все рецепты описаны очень понятным языком. Мне кажется, что хорошая идея по этой книге проводить тематические дни рождения, например. Вот я иногда с детьми готовлю блюдо какой-то страны, скажем, Мексики. Вы можете купить сомбреро и приготовить себе буррито и горячий шоколад. Или наоборот, приготовить бургеры и брауни. И другие вкусные блюда. Готовьте с удовольствием.